Ежегодно второе воскресенье июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Представителей этой профессии объединяет одно – стремление помогать людям. Сегодня мы расскажем о тех, кто первым приходит на помощь, о работниках скорой медицинской помощи. Среди них ветеран здравоохранения Борис Александрович Выдря. Его трудовой стаж – 50 лет. Человек, который отдал всю душу и силу любимой профессии. Эти слова про Бориса Выдря. За 75 лет своей жизни он ни разу не пожалел, что выбрал именно эту профессию. Борис Александрович родился на Украине, но сама судьба занесла его в Караганду. После окончания школы поступил в Киевское военное бывшее медицинское училище, которое закончил. Потом поехали служба в армии. Служил я в Плесецк сейчас. В России, где запускают космос корабли. Потом познакомился там с друзьями с Караганды и приехал в Караганду для поступления в институт. В 1966 году начался его трудовой путь на Карагандинской станции скорой медицинской помощи, который продолжается до сих пор. Сначала фельдшером, далее врачом. Сегодня Борис Александрович является заместителем начальника станции. На его счету не одна сотня спасенных жизней. Пришлось однажды в лютые морозы прямо в машине принимать роды, вспоминает Борис Александрович. Роды приходилось машины зимой принимать. Дело в том, что сейчас утепленные машины, а тогда были машины у нас УАЗики. И вот вы представляете, везде щели в машине, холодина, мороз где-то 25-30 градусов. И женщина рожать начала в машине. Естественно, все, я и санитар поснимали все с себя, теплые, то, что куртки там все. Утеплили, довезли все нормально. Потом еще благодарили, что это самое. Есть хорошие, конечно, воспоминания есть. За сутки на областную станцию поступают более 600 звонков. Для оказания скорой медицинской помощи задействованы 5 подстанций. В их составе работают 49 бригад. В каждой карете водитель, фельдшер, врач и санитар. Никого нельзя отправить раздельно. Все они работают одной командой, отмечает заместитель директора. Сам же Борис Александрович смотрит уверенно в будущее. Ветерану медицины Борису Выдря в этом году исполняется 75 лет. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, он готов дальше спасать жизни людей. Фаризал Бабажак, Сулык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.